Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Арканум. И в прошлой серии мы дошли до Ветаканского поселения. Вот, и давайте сейчас поговорим с этим Бармалеем главным, я не знаю, наверное, а вот он, прям вообще. И, кстати говоря, я перепрошел тот раз, то, что мы в тот раз сделали в той серии, потому что я проворонил посох, вот, который нам дал вот этот мужик. И, соответственно, я сделал все то же самое, быстренько там прошел, да, все, и поговорил, благо мы там много чего не делали, просто говорили. Ну, посох у него, конечно, такой себе, но для ударов, вот, то есть скорость у него 33, и ТП это точность попадания, по-моему, плюс 25, то есть получается, по идее, он должен метелить им вообще по-страшному. Но что-то я посмотрел, не особо у него метелится, но тем не менее. Вот, посмотрим, что там да как. Сапоги плюс 5 урона, ну, посмотрим. Вот, и всяко лучше, чем без посоха. Я вернулся, посмотрел, посох пропал, потому что мы, видимо, из локации вышли и, соответственно, перезагрузился и как бы. Давайте поговорим с этим. Я вот еще по пути увидел вот этого болвана. Как раз мы его ищем. Сейчас поговорим, может быть, сразу и освободим его. Посмотрим. Существо перед вами покрыто чешуей, его огромная пасть полна острых зубов, а в глазах ледяное серебро. Большую часть его тела покрывает разнообразные татуировки. Ты был кровный предатель, где-то убийца. Что привело тебя сюда? Какие смерти ты принес? Какую ложь будешь ты говорить? Канкерайс стоит перед тобой. Сила моя больше, чем твоя. Простите, мы раньше встречались, мне еще не приходилось видеть подобных вам. Я знаю тебя, предатель. Я знаю все твои лица теплокровные. Все они одинаковые, все лгуны и убийцы. Все смерть приносят. Послушай, может, ты мне расскажешь, что тут происходит? Знаешь ты, теплокровный, ямы, выложенные зубами из металла, сети, чтобы ловить женщин, ваше оружие из вспышек и боли. Вы хорошо охотитесь на детей и стариков, но канкера и добыча не такая простая. Смотри же на меня, теплокровный. Ямы зубами сети на твоих людей охотятся? Охотятся? Да, на наших женщин и детей, на стариков. А теперь Канкерай поохотится. Поймал я бледнокожего уже, остроухого, теплокровного. Связал его силой своей. Тебе быть следующим, а потом Канкерай пойдет на древесную деревню теплокровных и с землей ее сравнят. Ты думаешь, это эльф охотился на твой народ? Говоришь ты про остроухого, бледного, теплокровного? Поймали мы его, когда он по нашим топям крался, замышляя еще убийство своим оружием и своими странными путями. Но Канкерай прыгнул на него, и путь мой был выше, чем его, и принес я его сюда, связанного как охотничий трофей. Так, этот остроухий, он на тебя напал? Нет, но пришли они в темные топи с оружием и словами силы. Зачем они пришли сюда? У них есть их деревья и леса. Зачем пришли они в наши топи? С теплокровными всегда так. И мало всегда. Всегда разрушение с ними. Так, эльфы, они что-то разрушали? Он на мгновение останавливается, размышляя. Нет. Не убивали остроухи Абедакан раньше и не уничтожали земель наших. Но мы не такая добыча легкая. Теплокровный охотник, сменивший шкуру, все равно остается охотником. И Канкерай просто так не умрет. Он... Подожди минуточку. Ни эльфы, ни вреда вам не причинили? Он молчит. Да. Правдивые слова говоришь ты, теплокровный. Но его рука движется к мечу. Это не значит, что ты не собираешься. Согласен, давай начнем с того, что меня зовут Витамин. Он чопорно склоняет голову. А я Канкерай, вождь Бедакан. Что привело тебя в нашу деревню, теплокровные? Приход твой связан с этим эльфом? Да, я считаю ошибкой то, что ты его удерживаешь здесь. Ты знаешь, что... Знаешь бы об их путях. Считаешь, что эльфы невинны, а Бедакан злы. Знаю я, все теплокровные думают, как ты. Их страшат пути хладнокровных. Они в нас чудовищ видят, любви лишенных и здравого смысла. Прошу прощения, у меня не было намерения обидеть тебя. Что здесь произошло? Услышать хочешь историю нашу? Хорошо. Говорил я уже, что жили Бедакан в темных топях с самого начала времен, и все это время предоставлены были сами себе. Знали мы об эльфах, но они не вредили нам, и не оспаривали мы естественного их положения.
Но что-то же произошло. Ты говорил, что на твоих соплеменников охотились. Да. 4 зимы назад теплокровные пришли в топи наши и расставили вещи, несущие смерть, и стреляли из своего оружия в нас и собирали мертвые тела. А что это были за теплокровные? Ты сказал, что это были не эльфы. Нет, не эльфы. Сначала он смотрит на вас, а затем нюхает воздух перед вами. Знаю я, что и не ты, Витамин. Но были они из рода твоего, и много было их, и ездили они на странных деревянных существах. Господи, да на чем? Понятно. А, люди в повозках. Откуда они пришли? С юга. Пришли они с юга, через горы, прямо в темной топи. И стонала земля там, где ступала нога их. Они не знали путей земли, как и путей хладнокровных, или не хотели знать. Так что ты говоришь, эти люди сделали с телами твоих сородичей? Канкерай на мгновение замолкает. Вы видите, что его серебристые глаза охвачены бешенством. Они сняли кожу с них, Витамин. Они содрали кожу с наших старейшин, с наших детей, с наших женщин. Остатки бросили в трясину, где погребальных ритуалов без проводов к отцам змея. А, без погребальных ритуалов, без проводов к отцам змея. Боже правый, браконьеры, мне очень жаль, клан Кирай. Я верю словам твоим, Витамин. Возможно, ты другой. Возможно, ты способен узреть видения хладнокровных. Я буду желать о войне с теплокровными, и если среди них есть один, хотя бы один подобный тебе, ну а я все равно начну ее. Развязать войну, но ведь виноваты только эти люди. Да, но это та цена, которую заплатить должны теплокровные. Люди умрут, а после и все их потомки, пока не останется никого. Только это способно утолить гнев отцов-змей. Эльфы теплокровные тоже умрут, и они... Пожалуйста, позволь мне попробовать убедить тебя в ошибочности твоего замысла. Как же ты это сделаешь, Витамин? Я уважаю твои слова и вижу в них правду. Но как ты можешь отрицать зло поступков, совершенных со мной и моим народом? Ты не согласен, что за содеянное нужно заплатить? Так, нет, но не все же должны платить эту цену. Давай поговорим об эльфах. Нет, но если ты объявишь войну против теплокровных, ты погибнешь. Нет, возможно, ты и прав. А что еще можно сделать? Ну давай. Нет, не все же должны платить цену. Давай поговорим об эльфах. Да, давай поговорим об этом. И змея, и ящерица происходят от отцов змей. Вместе они живут великими грезами... рептилии. Люди и эльфы тоже одинаковы теплокровные, и потому живут по одним и тем же канонам. Только хладнокровный может так думать. Ты должен меня выслушать. Блин. Ладно, мы сохранились. Охота попробовать вот это вот. Нет, не будем. Давай. У эльфов свой канон, отличный от людского. Как это понять? Или у них не гладкая кожа, как у людей? Не охотятся они при помощи оружия, не носят одежду и не говорят цветистых слов. Для меня они одинаковы. Эльфы живут на деревьях, люди в строениях из дерева и камня. Уши у них другой формы. Отлично. Так, не остановился. Так, давай. Мелочи все это, небольшие различия, говорю я в сердцах и умах, грезах теплокровных, и получается, что эльфы и люди одинаковы в сердцах своих и словах своих. Нет, ты даже сам говоришь, что у эльфов есть слова силы, у людей их нет. Да, вы видите, что Канки Раслика смущен. У нас тоже есть слова такие, Витамины, эти силы старые силы, к воде и земле привязанные. Я вижу, что и у эльфов есть такие силы, хотя и теплокровные они. Да, путь хладнокровных не единственный путь. Почему считаешь ты, что не прислушиваясь к словам твоим? Думаешь ты, что тварь я без души любить не способна? Смотришь ты, Витамин, но не видишь. Мне только хотелось отметить, что эльфы тоже привязаны к земле. Нет, я желаю... Блин, надо было все-таки нажать. А, я сделаю это, пора уходить. Короче, надо было там нажать нужную эту... Блин, я подумал, вот надо было, блин, не задевать его. Вот 3 раза подумал, блин, первый раз что-то сделал, второй нет. Так... Что происходит? Ям зубами. Что находится на твой народ. Этот остроухий. Эльфы что-то разрушили. Подожди минутку. Согласен. Да, я считаю ошибкой, что здесь. Прошу прощения.
А, что произошло? Договорил. А что с теплокровные? Так, люди в повозку, да не пришли. Так, боже бару, браконьеры. Развязать войну. Просто позвонить, попробовать увидеть смысла. Так. Не, да, так. Только хландрон. Так, у Колька... Вот, свой канон. Эльфы живут на деревьях. Люди в строениях камня. Я ты сказал, что у эльфов есть слова силы. Большинства людей их нет. Вот так давай. Да, видите, вот, слегка смущен. Да, путь Хландрон не единственный путь. Это из-за того, что тоже привязано к земле. Да. Понятно мне. Канкеры склоняют перед вами голову. Есть тоже сила в твоих словах, Витамин. Быть может, прав ты про эльфов этих. А что насчет людей? Почему у клана Керай не должен воевать с ними? Интересно, почему? Так, расскажи мне о путях хладнокровных и что, на что это похоже. У нас всех бьется одно сердце, Витамин. Мы все разделяем одни знания, одни желания. Посмотри в глаза мне, и ты взглянешь в глаза отцов змей. Понимаешь ты? Много нас, но одно целое мы. Так, возможно, именно это и не дает вам понять нас. Так это нельзя. Канкерай должен понять новую мудрость, нашу мудрость. Люди разные, в сердцах у них тоже разных. К сожалению, в некоторых тьма. О, давай вот на это надавим. А, говоришь ты, что сердце теплокровное одинокое и бьется в одиночестве. Понимаю я, почему эльфы могут быть хорошими, а люди плохими. Но как могут быть некоторые люди хорошими, а другие плохими? Разве в жилах на ваших течет не общая кровь? Разве нет у вас общих грез? В этом-то и кроется самое важное различие. Именно сердца людей создают их грезы. Канкера некоторое время обдумывает сказанное. Интересно, Витамин. Итак, эти браконьеры, как ты их зовешь, у них злые грезы. И поэтому они убивают соплеменников моих. Но откуда знаю я, что остальные люди не такие же, как браконьеры эти? Что у тебя одного, грезы другие? Тебе придется поверить не нас, если бы это было так, оставили бы они в живых какое-то... кого-то вроде меня. Ну-ка, давай. Нет, природа жестокий учитель. Даже среди бедокан, если появляется кто-то, кто не слышит голоса отцов змей, или может узреть холодных видений, тогда изгоняется он, или уничтожается он. Думаю, я среди теплокровных то же самое. Так, да, люди злы, но их гораздо больше хороших. Да. И твое такое случается нередко. Да, люди злы, но их гораздо больше хороших. Тогда, я думаю, Канкерай должен воевать только с этими браконьерами. Если большинство людей таковы, как ты, Витамин, тогда, полагаю, пути теплокровных вполне хороши. Благодарю я тебя за объяснение. Благодарен я. А эльф, он будет освобожден? Да, он освобожден и может вернуться к себе домой. Поговори с ним перед тем, как уйдешь, и скажи ему, что идти может он. Сам я извинения принесу и дары пошлю эльфам в лес. Присутствие твое принесло нам мир, Витамин. Приятно это слышать. Скажи мне, Витамин, зачем пришел ты в странные эти места? Не из лесных эльфов ты, но и не из народа темных топей. Что же привело тебя к нам? Извини, Канкерай, но это было... Мне нужно нести... Че? Бремя... Да ладно, расскажем, да? Канкерай обо всем, что произошло. Я немного знаю из того, что за пределами темных топей лежит, но бедокан, воины, и любим мы землю эту, как никакую другую. Я предлагаю тебе силу своего народа, если пожелаешь. В деревне есть один по имени Варамон, поговори с ним. И если пожелает, он может взять с собой его. Он смел и знает слова силы. Я поговорю с ним, всего хорошего, Канкерай. Отлично. Может быть, еще одного заарканим. Нам на эту деваху отвезти, тогда у нас место освободится, по идее. Так. Давайте посмотрим. Где-то тут еще. Вот, кристаллики. Нам нужно три. Нам три нужно кристалла. О, как раз. Нам нужно три кристалла. На жертву, на ключ. Ключ давайте сейчас сразу туда сделаем. Потом в тарант вернемся, взломаем там этот сейф. Я посмотрел уже, даже не удержался. Я был прав, 100% этот ключ от этого сейфа. О, еще один. Камень на сердце, давай соберем. И надо с эльфом поговорить с этим. Это не таран, куда ты меня привел? Я хочу в таран. Я уйду, если ты не доставишь меня в таран, как можно скорее. Ой. Сейчас я поговорю с ним, подожди.
Благодарю тебя, незнакомец. Я возвращаюсь к Кентару и советую тебе сделать то же самое. Тогда всего хорошего. Ладно, давайте тогда ее отведем в Тарант. Как раз мы от нее избавимся. Вот и... И уже тогда вернемся опять сюда. А то она сейчас уйдет реально, блин. Куда меня привел? Осел? Так. Мы так можем? Не можем. Перевал Хардрина. Потом Тарант. Все, поперли. А то реально сейчас убежит эта девчонка-то в нас, блин. Надо от мага бы, наверное, избавляться. Но я думаю, что у нас еще местечко есть. Посмотрим. Может быть, харизму, конечно, надо прокачать. Не знаю. Ну, давай ее отведем уже в Тарант. А то она реально может, блин, пройти и... Пец. Давайте, убивайте всех. Какая красота, а? Ну, давай. Всегда бы так, а? Ядрём батон. О, началось. Что это такое? Что он там юзает? Какой-то щит, короче, заюзала. А, чтоб сейчас тут у нас никто не умер, блин, плохо, плохо ориентироваться. Фига, он-то видал каратиста наш, что творит. У него скорость 33 у посоха. Представляете, как он махает им? Не махает, машет там. Наверное, вообще, блин. Ну, давай. Посмотрим, что она скажет нам, когда... Тарант. Так, я не понимаю, о чем вы говорите. Опять вы, да? Пожалуйста, не говорите меня. Ребята, разрубите-ка его на две части. Так, давай. Неопознанная, давай. Все, забираем. Разживемся сейчас, ядрем батонно. Нам надо будет пройти... Все эти благословения. Только я не помню, как попасть на остров, на тот. Может быть... А может и можно, надо будет попробовать. Так, ну давай, девчуля. О. Спасибо, что проводили меня. Думаю, теперь я сама справлюсь. Вот обещанные деньги. Спасибо, еще увидимся. Я с тебя сапоги снял, да, вроде? Да. Так, 20... Сколько она денег дала? Ну, неважно. Неважно, неважно. Окей, ладно, пока тут. Давайте зайдем тогда к торговцу. Быстренько ему толкнемся. Пока уж тут. Так, а у нас... Нам надо бы... Нам на две монеты, я точно помню. Надо вот две такие монетки бы, конечно. Так, две монеты, два кольца. Две монеты, два кольца. И все вроде. Две монеты, два кольца. Так. Зря продавал, конечно, все это. Ну ладно. Так, неопознанно продавать не будем. Давай, пошел. К старухе сейчас зайдем, кстати говоря, сразу. Не нужна из-под яда. Ну, яд нам уже не нужен. Но у нас... О, вот, давай. Так. У нас тут есть сундучок. По-моему, да? Там что-то мы складывали. Давай заглянем туда как раз. И к старухе зайдем. Опознаем. Там у нее в любом случае выход есть. Вот, поэтому... Ну, давай. Вот. Выход у нее там есть. И... Сразу туда, туда и продолжим. И все опознаем. А вот это, по-моему, да? Вот, да. Да, вот оно, второе кольцо. Вторая монетка. Лавовый камень, по-моему, нам нужен. Да, лавовый камень и все. А, летание у нас есть. Вот так, окей. Так. Че, неплохо, все, отлично. Так, сразу виржулу отдадим. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так. Два кольца. Ой, ладно, короче. Все там у нас есть, все замечательно. Погнали к старухе. Может быть, а орки еще тут попадутся. Было бы здорово. Здорово. Что-то, кажется, может харизму как-то прокачивать еще. До конца добить обаяния. Ну, надо, наверное, круг этого добра хотя бы пройти. Он, по крайней мере, вроде везде у нас сейчас доступен. Вот и тогда. А мы какой не круглый левел? Круглый. Нам до портала бы на обязательно, чтобы внимается эта фигня и намного быстрее было бы. Так, давай идентифицировать. Теневая, ну тут понятно было. Это эльфийские, наверное, все, да? Эльфийские. Вот это что такое за камень шелест, не знаю. Это камень шелест. Так, ассортимент, ботинки. Давай продаем. Это ему не надо, да? Вот так. Так, медальон черной магии, это наш. Это я все покупаю.
Окей. Так, надо бы этого Бармалея одевать. Вот я не знаю, может быть, реально его выпихнуть. Но мне особо-то и нужен. А тут у нас... О, вот это давай. У нас банки с этой... с фигней. Окей, ладно, поперли. Блин, может быть, действительно... Мага это выкинуть. Давайте посмотрим сейчас вот этот ящера, попробуем взять. Если он скажет, что у нас места нет, хотя по... хотя может и нет. Сколько максимум спутников? 6, да? У нас сколько добавляют? Максимум спутников 5, у нас уже их 6. Что-то непонятно творится. Ой, блин, ладно. Так, перевал Хардрима этого и... Давай вот так вот и... Да. Почему-то деревня Бедекан не отметилась. Странно, блин. Да, нам надо сейчас будет за эти два левела, наверное, прокачать телепортацию. Представляете, насколько бы быстрее это все пошло бы, вот вместо вот этого хождения, да? Но тогда у нас все случайные стычки прекратятся, блин. Вот это плохо. То есть, блин, прям дилемма, не знаю, что делать. Или харизму до конца уже прокачать. Если сейчас у нас этот товарищ... Не... Давайте завалите. Не будет возможности, то есть... не будем даже обыскивать их. Не будет возможности присоединить этого ящера. Тогда мы этого гнома выкидываем, дварфа. Вот. Какой бы он там хороший ни был, да? Вот. И возьмем вот этого... Ну, короче, ящера. Посмотрим, может быть, он стрелок. Хороший нам стрелок пригодился бы. А то этот болван прям вообще ни рыба, ни мясо. Так... Погнали, поищем, где он там. Нам еще квест надо сдать. А что, перевес, что ли? Уверенно. Ну ладно. Так, он где-то говорил там на востоке. Север, юг, запад, восток. Где-то на востоке. О, еще один камень. Давай. Какой-то Варамонт. Господи, боже ты мой, где ты есть-то? Давай возьмем его, чтобы точно. Так, ладно. В паспорте или так, это понятно? Давай сейчас глянем. Может быть, подсказочка есть какая-то. Вот, так, 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 так. Вот. Благодарность выложил мне услуги одного из его воинов. Это существо зовут Варамон. Вот где оно? Хрен его знает. Это существо. Может, рядом с ним ходит? Давай-ка поговорим, может, это он? Не говори стекло... А, вот он. Это... А, или подожди. Бедекан-воин. Что-то единственный бедекан-воин, по-моему, он, да? Наверное, он. Привет, вот он, да. Приветствую тебя, теплокровный. Я Варамон. Танкерай сказал мне с тобой поговорить. Да, ты так говорить будем мы. Он сказал, что ты можешь пойти со мной, если захочешь сам. Уже и так слишком много воителей у тебя, теплокровно, отлично. Мне придется покинуть вас. Так, давай получаться тогда. Давай, до свидания. Рутан. Так, эльфийский, ну ладно, оставим его. Не голожопым хотя бы. Посох он мне подарил, ничего не знаю. Так, давай. Так. Инструкции. Ты мне больше не нужен. Мне было приятно путешествовать с тобой. Может, однажды наши пути вновь пересекутся. Запомни, что его тут оставим, да и все. Поперли давай. Так, поговорить с тобой, присоединиться ко мне. Мне надо идти. Давай позырим, что там. Хоть бы он лучник был. О, он лучник! Хорош! Неопознанный лук. Ядрём батон, а чё? Блин, вот это прям топчик. Вот это прям по нам. Добрый, ну, нормальный. Лук-эксперт, 20 левел, правда, но мы его подкачаем. Нормас. 15, что-то тут и что-то знает. Ага. Опутывание, хорошо. Прям то, что надо для лучника. Ещё и быстрота огня. Если будет кастовать, слушайте, прям вообще хорошо. Очень хорошо. Так. Лук-эксперт, ближний бой-эксперт. Эксперт. Вот этому лук-то можно дать уже, наверное, да, орковскому. Орковской. Так, давай ему сразу стрел. Да, гном, иди ты нафиг.
Маг, маг, нам с Вирджилом хватает мага. Нормально. 90. Так, отлично. Надо только посмотреть эту статую тебе. Посмотреть. 12, 12, 16. Ловкость. Ну, нормально. Подберем. Хорошо. Все. Нормально. Отлично. Сейчас прям вообще замечательно. Замурчательно. Я же сказал. Так, теперь вернемся в Кентару. Посмотрим, что там у нас с этим. С квестом. И получается у нас с Кентарой все, да? Что маленький? Что за маленький лагерь? Это маленький лагерь. Он случайно открылся. Давай зайдем. Это маленький лагерь. О боже, вот это у тебя стрельба, конечно, я тебе скажу. Скорость бешеная у тебя. Так, инвентарь. А у тебя скорость у лука? 13. А у нас там 30, да, будет? У нас скорость будет 30. Давай сразу и дадим тогда. А, здесь скорость 20. Ну ладно, это побыстрее будет. По крайней мере... описание. Ну-ка давай дадим один. Так, у тебя получается 1.12, а у нас 1.10, поэтому не одевают. Давай вот так попробуем. Посмотрим. Мне кажется, он побыстрее будет так стрелять. Я посмотрю, что там за этот за маленький лагерь. Я случайно на него наткнулся. Видимо. Ненасытная плоть, да. Какой-то был тут. Что-то тут было? Было. Вот опа, нападать надо. Так он, ты чё? Чё? А чё ты? Чё? А ты чё не стрелял-то, болван? У тебя же лук был. Ладно, фиг с ним. Как бы то ни было. Так. Ну чё, время мародёрить, я так понимаю. Топор в лес. Так, инвентарь. Ща. Главное, чтобы он ничего не одел. Этот гумплен, блин. Перчатки 100% оденет, зараза. Так, посох не одел. Не одел. И пока хватит. Давай. И более еще там броня на этого, на гнома, на гномскую. Все берем, потому что все сможем продать. Так, а фраг ничего не добавляет? Реакция плюс 20. Да, вот этот красный вообще обалденный. Перевес. Ну, перевес небольшая проблема. О, хорошо, для Бола нашли. Замечательно. И стрелы еще. Неудержимо. А, изумрудно. Так, окей. Пец, места нет. Так, давай. Все, да? Окей. И просто не повезло кому-то, да? Какая-то тут хрень на них напала. КГ. Так, давай в Кентару вернемся, посмотрим, что там такое. Кстати говоря, наверное, можно потихонечку уже проходить эти, начинать. По-моему, первый сокол, надо будет посмотреть. Наверное, в следующей серии можно будет пройтись по всем этим добродетелям. У нас они все есть. Но, блин, неплохо было бы, наверное, прокачаться, чтобы порталиться можно было. Вот так. Так, давай, Кентара. Тут там, Даш, приветствую, всего хорошего. Так, они там все на молитвах сейчас. Давай до утра подождем. Я там заморгали. Да, в чем дело? Приветствую тебя, Ветр, уделишь минутку, да. Так, я отыскал потерявшегося... Так, спирт выклонит, так, понятно? Я отыскал потерявшегося эльфийского охотника. Да, он вернулся и рассказал мне обо всем, что произошло, бедоканов. Эльфы, Кентар, обязаны тебе, мой друг. Вот, возьми доспех, который я обещал в награду за твою помощь. До свидания и удачи тебе. Окей. О, слушай, сопротивление урон 23. Она не магическая, конечно, но вес пипец. Сопротивление урон... Ну, у нас в любом случае лучше. У нас сопротивление яду, огню. Но можно
Эту хрен тень вот этому отдать, например. Наденьте ее, наверное, ведь. Ее не одевают. Я даже тогда не знаю. Может, он вообще ящер, типа, ничего не одевает. Фиг его знает. Ну ладно, в любом случае. О, кстати, надо бы ему отрубить прокачку. Надо бы тебе отрубить прокачку. Ты кто там? Ворон. Давай без схемы. Ты сейчас начнешь там прокачивать какую-нибудь хрень. Так. Пойдем к этой зайдем, посмотрим, что она нам скажет. Мы нашли этих бедоканов-то, да? Или это не она нас послала? Это не она нас послала, я не помню. Ой, как она нас не любит. Подожди, подожди. Уйти. Так. Hello again. Да, it's есть минутка, certainly. Мне бы хотелось поговорить с тобой о видениях твоей матери. Так, подойди ты в задницу. Все нормально. Ладно, так, тут мы выполнили квест этот. Давай посмотрим, что у нас там осталось. Так, укажите о Мингараде, поселении темных эльфов, сообщите об этом Ривен. Ага, это в Таранте уже. Принято узнать о местоположении. Так, понятно. И знаете, все. Принято эльф Шелест попросила... Ага, вот, собрать сущности редкого существа огонь Воларса. Вот мы чем займемся сейчас. Ну, в следующей серии, естественно. Вот, огонек Воларса. То есть нам надо, по сути, просто погонять. Тут пошарашиться по окрестности. А вот, и... Все вот эту фигню пособирай. Так, давай, наверное, яд пока сюда. Так, рубин нам нужен у нас. Вернее, это, наверное, все продать можно. Так, это... Вот так вот оставим. Кольчугу оставим. Давай у нас Вирджил. Вижу, на тебе еще одно кольцо. Две монетки есть. А, ну два кольца в любом случае есть, давай. Так, вот эту штуку тебе. Это тоже тебе. Это все тебе. И стрелы вот этому нашему. Блин, у нас просто компания фриков, реально. Какие-то ящеры, орки, зомби хотел сказать. Огры. Просто компашка прям пипец. Ужас. И до сих пор на нас еще кто-то нападает. А если харизму прокачаем, то можно будет и за гномом, наверное, вернуться. Ну, посмотрим. Так, ладно, ребятушки, давайте это закончим на этом и продолжим уже в следующей серии. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. Увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всем самого хорошего и всем пока.